Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про зовнішню рекламу на фасадах будинків. З нами головний художник Дніпра Сергій Білий. Сергій Білий – головний художник Дніпра, дизайнер. Закінчив фізико-технологічний факультет ДНУ імені Олеся Гончара. З 2018 року впроваджує дизайн-код у Дніпрі. Співавтор проєкту. Улюблена страва – кава зранку, чай ввечері. Сергій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви є головним художником нашого міста, міста Дніпра. От який у вас функціонал, що ви можете, що ви не можете, чим ви займаєтеся от повсякденно? Якщо коротко, то согласовую рекламу на фасадах. Так, власне, от коли ми говоримо художник, да, у цьому слові так заключений такий сенс, що ви наче малюєте якісь картини, ви створюєте витвори образотворчого мистецтва, ви, не знаю, робите кожен день там наше місто кращим. От все-таки ви тільки рекламою займаєтесь, чи як це? Звучить дуже пафосно. На самом деле, должность главный художник можна прирівняти там к арт-директору. Художественный руководитель. То есть это такая административная должность, которая отвечает за внешний вид города. Собственно, и все. Поэтому, ну вот, такая должность в штатном расписании. Главный художник звучит пафосно. У нас є. Так, ну, власне, якщо ви говорите, що ви відповідаєте в тому числі за те, як має виглядати Дніпро саме з естетичної точки зору, от ваша думка і як головного художника міста, і як громадянина, як мешканця міста, от наскільки Дніпро на сьогодні є естетично привабливим і для містян, можливо, і для гостей нашого міста? От як ви це бачите? Мне кажется, что в последние годы он становится все больше и больше эстетически привлекательным, и это замечательно. Я понимаю, я здесь родился и вырос, я вижу все его недостатки. И вот как раз тот самый случай, когда мне представилась возможность устранять эти все вещи, я пытаюсь это делать. То есть я понимаю, что иногда там, мы любим наш город вопреки, а не за что-то, но нужно, чтобы было за что. И вот наша задача попытаться это сделать. Но, кстати сказать, люди, которые долго здесь не были, там какой-то год, может два, да даже и меньше, говорят, вернулся из Киева, а у нас тут уже ух ты. И это вот приятно радует. А давайте все-таки ви сказали, що ви бачите в тому числі і недоліки, які. От давайте про недоліки. Які основні недоліки ви бачите? Про рекламу ми з вами поговоримо, це основна тема нашої розмови. От, можливо, з архітектурної точки зору, з містобудівної. Це, можливо, не зовсім до вас питання, да? Можливо, треба запросити пана Волика сюди поговорити. Але тим не менше, от, які недоліки ви бачите як головний художник? С архитектурной точки зрения не сказал бы, что есть действительно есть какие-то вещи, которые можно было бы там, сделать менее этажными на центральных улицах. Но это такой вопрос специфичный, где-то может быть даже вкусовщина, но по сути у нас замечательная архитектурная школа, и за архитектуру иногда можно не стыдиться. Есть вещи, на которые, ну, к примеру, возле какого-нибудь нового торгового центра образуется тротуар, по которому невозможно пройти, потому что куча ступенек, что-то еще узкое. Ну, сам по себе він не з'являється, да? Його хтось таки будує. И вот этот момент как-то вызывает недоумение. Да почему же так? И такое впечатление, что построили торговый центр, чтобы туда приходили люди, а на самом деле вырыли еще ров вокруг, чтобы они не могли туда попасть. То есть зачем? Это же вот этот момент безбарьерности. Понятно было, почему это проектировали раньше. Сейчас это делают по привычке, но... Но почему до сих пор это вызывает вопросы? Эти моменты тоже пытаемся как-то где-то
і справляти. Ну, тим не менше, якщо, скажімо, цей тротуар з'являється, його ж також хтось погоджує, але знову ж таки, напевне, питання не до вас. Ні, ні ко мені і навіть ні к архітектору, скоріше. У нас це строїтельні проєкти, там проходять експертизу, да, вони проходять там. Не буду грузить всякими, я и сам до конца не понимаю, какие там экспертизы, кто эти люди там, да, на государственном уровне, это не город даже это делает, то есть не городская власть. И тем не менее, да, как-то почему-то улицы с полностью покрытыми ступеньками проходят экспертизу, ну, там есть, наверное, свои аргументы. Я больше вот о том, чтобы город был комфортным, удобным во всем, то есть не обязательно. Моя часть, конечно, больше должна радовать глаз. Но я же хожу по этому городу тоже, поэтому это должно радовать все. Город должен общаться на каком-то понятном, удобном языке. И язык тротуаров безбарьерных очень важен. Поэтому почему-то я вот об этом вспомнил. Так, ну вот вы сказали, российская мова радует глаз, да, город должен радовать глаз. Вот когда вы идете, у вас есть такое відчуття, чи не завжди, чи завжди ні? Вот як на сьогодні? Не всегда, но есть. Я очень люблю набережную возле Главапу по утрам. Замечательно выпить кофе. Прекрасный вид на Днепр. Сама по себе набережная отличная. Там действительно радует глаз. Но есть места, где действительно можно и улучшить, и исправить. И я пытаюсь это сделать. Ну, вот там... ну какие, можливо, найкричущі факти, які от просто просяться? Це, напевно, більше спальні райони, а не центр? Да не центре, так уж в спальных районах, да, там тоже, конечно, их нужно потихонечку. Город большой, мы же сами понимаем, миллионный практически город, и все сразу не увидишь и не охватишь. Но даже в центре города есть вещи, которые действительно, там те же баннера на гражданском проекте и так далее. И такие вещи не должны появляться даже. Они были всегда, это уже больше по привычке, так, паразитирующая такая реклама, но они должны уходить. Если мы поставили себе задачу приходить к какому-то европейскому виду города, комфортному, удобному, чтобы стоимость жизни повышалась, недвижимости и так далее, то это тот самый момент, когда этому нужно следовать неукоснительно. И реклама должна быть четко упорядочена, без излишеств. Вот. Опять я про рекламу. Власне, Сергій, тоді давайте і я про рекламу перейдемо до цієї розмови, тим більше це головна тема нашого з вами діалогу. От ринок реклами, зрозуміло, це бізнес, це багатомільйонний бізнес, от навіть для нашого міста, для міста-мільйонника. У нас він якось взагалі регулюється, є якісь відповідні документи, що там можна, там не можна. От як це відбувається, тим більше ви говорите, що це фактично головне, чим ви займаєтесь от на сьогодні, як головний художник. Так, да, зрозумів. Ну, кроме того, что есть и постановление Кабинета министров, и регуляторные акты, там, да, которые регулируют. У нас еще есть, вот мы создали с командой, и по сути я и пришел, чтобы внедрять это в городе, правила размещения фасадных конструкций, которые мы сейчас называем дизайн-код номер 1250. Вот. И вот он как раз и регулирует размещение, правила размещения фасадных конструкций. То есть, ну, какие эти правила? Вот? Что можно, что не можно? Нельзя загораживать или архитектуру города. Вот самое основное правило – это архитектура города в первую очередь. То есть маленькое искусство не должно загораживать большое, хотя это немножко про другие вещи. Ну, то есть мы должны видеть фасады города, улицы города, город, его среду. И поэтому реклама может быть, но она должна быть размещаться в тех местах, где это не повредит фасаду, где там будут отступы. И это все описано в этих правилах, они достаточно большие. Ну, у нас есть сокращенная версия для тех, кому лень читать 30 страниц. И вот тот самый момент, когда вот за 3 года, ну, я думаю, все заметили, каждый житель города заметил, что реклама вот фасадной конструкции вот, приходит в порядок. Еще, конечно, от центра это должно разрастись, но тем не менее, это уже упорядочено.
А от, власне, те, про що ви говорите, це стосується в першу чергу фасадів будинків, чи також тих бігбордів, які є, скажімо, у нас по тій же набережній, яку ви згадали, ну, скрізь у нас є, да? Просто ці конструкції, які стоять вздовж доріг, трас, таке інше. Да. Ну, по суті, зараз це касається тільки фасадних конструкцій, є чіткі правила розуміння по отдельно стоящим бордам, City Light'ам, понимание есть, но в законное русло пока они не перешли. То есть оно, мы еще этот момент утрясаем, там есть коллизии с постановлением Кабинета министров, почему-то они решили, что на местном уровне нельзя ничего дописывать, добавлять, ну, такие вещи. Поэтому еще некоторое время мы придем к какому-то общему знаменателю, у нас появится тоже понимание, как это правильно ставить, хотя оно уже есть, его просто нужно... скажем так, вербализировать. Вот, угу. Ну, напевно, навіть не вербалізувати, а прописати, да, чітко, щоб це було на бумазі, щоб це було затверджено. Да. Но если говорить о количестве или, в принципе, о том, как должна выглядеть отдельно стоящие конструкции, они действительно должны быть, их должно быть значительно меньше. Они точно не должны, опять же, загораживать архитектуру города. То есть возле памятников архитектуры не должно быть ничего, что ему будет мешать. Угу. То есть с такой частотой, которой они стоят, там, на перекрестке, там, по 6 штук, из-за которых ты дорожную ситуацию не можешь увидеть. Там, да? Нельзя, чтобы возле остановки стояло, мешало проходу. То есть вот такие вещи, ну, они понятны, скажем так, очень логичны, но почему-то размещено все немножко у нас иначе. Поэтому вот этот момент нужно привести в порядок. Это тоже может. Ну, то есть рекламу нельзя запретить, это нормально. Это можно, кстати, двигатель определенным образом, но... Торгивли. Да, не договорил, но на самом деле все должно быть понятно и логично, и не мешать прохожим. А от, до речі, Сергій, ви сказали, що от ринок зовнішньої реклами, в основному, да, те, що є, регулюють саме центральні органи влади. От я, чесно кажучи, в цю тему глибоко так не дивився, да, але тим не менше. От як це тобто якимось розпорядженнями Кабміну у нас встановлюються білборди, чи от як? Ні. Є постановлення Кабінету міністрів, яке описує там правила, по которым могут расставляться там, да, и там есть фраза о том, что эти правила исключительные, там, да, нельзя их добавлять. И вот этот момент, который уже на местном уровне, мы не можем игнорировать, а там, грубо говоря, ну, под эти правила, они такие размытые, и можно разрешить все, что угодно. И этим пользовались очень долгие годы, поэтому, чтобы это исправить, и чтобы запретить какие-то вещи, там, размещать там, перед светофором, там, да, какие-то... то вот нужны некие изменения, пока их, ну, ну, тобто, не происходит. От, судячи з ваших слів, іде зараз якась робота, скажімо, на місцевому рівні. От я в Фейсбуці, здається, пару-тройку тижнів тому бачив дискусію, яка була, от, здається, саме в будівлі головапу стосовно білбордів. От ви хочете виробити якісь правила, які затвердить хто? Міська рада, центральна рада? Да, було б. Совершенно правильно разработать документ, он практически готов, там, да, и утвердить его на местном уровне, чтобы мы сами могли решать, где у нас и как могут размещаться борды. Но иногда это невозможно, потому что мы опять попадаем в коллизию с постановлением Кабинета министров. Но пойдем немножко другим путем. Нужно... А что за документ, до речи? Можливо, так и инсайд у нас сегодня будет. Вот. Мы его уже выставляли, тут нет никаких секретов, мы его даже обсуждали. То есть это четкие, понятные правила размещения конструкций на улицах. То есть это не говорится о том, что там здесь может быть, но там указана частота, указано, где они не могут, там запрещенные зоны, там в парках, на остановках, там, близко к перекресткам они не могут размещаться. То есть там это все прописано, и это все есть. Единственное, что сейчас такой этап, когда это нужно сделать юридически правильным и все. Так, а власне, ну, зрозуміло, у нас є, у білборди самі по собі не з'являються, є власники тих чи інших білбордів, от як вони реагують на такі ініціативи, чи різні власники по-різному? Да не очень хорошо, ні. Ну, кому інтересно щось міняти, ну, зачем? Якщо ринок є хаотичним, да? І да, це іноді вигідно, ну,
есть. Это же это есть, это работает, деньги идут, и меняться никто не хочет. Но тем не менее, так это не работает. Поэтому, если мы хотим качественных изменений, то это нужно делать, а иначе... От, Сергію, на сьогодні, знову ж таки, якщо повернутися до фасадах, ваша така більш загальна оцінка. Наскільки у нас саме в Дніпрі от білборди на сьогодні шкодять тій архітектурі, тим фасадам, які є? От ваша оцінка взагалі, якось іде боротьба з цим і от як це відбувається? Ну, от, ні, по суті, зараз я... Нет, несколько месяцев назад департамент рекламы срезал, по-моему, около сотни, 150 ну, бордов. Это была достаточно мощная история. Да, такой момент. Ну, кроме того, ну, я еще вижу в центре города на тротуаре стоящие борды, которые стоят возле памятника архитектуры. И мне даже не позволяют сделать фотографию классного здания архитекторов. Ну что, классный билборд можно сфотографировать. Да, если цель сфотографировать билборд, то у него замечательный фон. Но я хочу фотографироваться на фоне архитектурной Дитриха Тиссена, а не на фоне бигборда. И не могу выбрать нормальный ракурс. Поэтому вот это мне не очень нравится. Поэтому важное правило. Так, Сергію, власне, досить багато я читав в Фейсбуці останніми днями, пишете стосовно будинку, стосовно будівлі цивільпроекту. Що там за історія? Почему-то, ну не почему-то, понятно, что достаточно большое здание стоит возле моста, большие потоки машины. На нового моста. На нем, ну, центральном. Да, 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 на нем размещается реклама достаточно давно. Но уже где-то с полгода назад эти дозвола, все сроки вышли, но она до сих пор продолжает висеть. И там департамент рекламы, мы общались там с теми, кто размещает рекламу, я не знаю, собственники, не собственники, но общались с теми, кто размещает рекламу, и были там обещания ее снять. Вот. Последние обещания были вот буквально в ноябре, их уже не будет. Но почему я написал пост? Потому что я пришел, а появился новый. То есть они уходят, а потом появился новый. Это немножко не то, что ожидали. А сейчас теперь договоренность до Нового года. Они обещают убрать все. Ну, посмотрим, верю. Ну, так, Сергій, ну, власне, от ви використовуєте таке слово, як, з яким я, до речі, борюсь у нас на сайті, як з'явилося. Да? Тобто саме по собі нічого не з'являється. Да? Хтось це завжди вішає. От якщо говорити, знову ж таки, про фасади, да? І про ті рекламні об'єкти, про ті білборди, які з'являються, про ті розтяжки, от як ви, власне, боретесь з тим, хто розміщує цю рекламу. Тобто ви звертаєтесь до власників. Тобто я хочу зрозуміти про механізми. Ви вербально звертаєтесь до власників, ви їм дзвоните, ви пишете листи. Чи є якийсь законний шлях взагалі для того, щоб, як ви говорите, люди побачили цей фасад? Могу розказати все достатньо подробно. Не зовсім я общаюсь. Я більше, знаєш, як проявляю негодування общественное и пытаюсь за этим следить, но рабочий уровень, который следит за этими явлениями, это департамент рекламы, у него есть КП «Днепровские активы», и они, по сути, появилась, как она появилась, я понятия не имею, но она есть, и департамент выясняет собственника, идет, вручает предписание, просит это устранить. На это могут уходить какое-то время. Потом, если собственник не реагирует на эти вещи, департамент рекламы может подать документы на исполком. Исполком пройдет на принудительный демонтаж. И потом принудительно демонтировать это все. То есть сами приехать, снять. Но это расходы, это время. То есть, конечно же, проще всего и правильнее бы, когда там, собственник рекламы сам устраняет свои вещи. Потому что ему это будет и дешевле, и конфликта не будет. Поэтому иногда лучше... Не скрадится, дешевше будет. Да, зачем тратить там деньги на то, что... Ну, иногда лучше подождать некоторое время,
И это само уйдет. То есть, тут же вопрос даже, то есть неотвратимость наказания, это, конечно, хорошо, но это должно учить кого-то там, так себя не вести. Поэтому всегда конфликт хочется решить именно мирно, правильно. Ребята, вы повесили, вы нарушили. Если вы не понимали, почему вы это сделали, мы можем объяснить, долго объясняю я иногда. Но это происходит. И, пожалуйста, устраните. Это наш с вами город. То есть, такими вещами, хотя, конечно, не всегда это работает. И поэтому есть такой инструмент, как принудительные демонтажи, которым занимается там, департамент рекламы, и они это умеют очень хорошо, и этого нужно бояться. Власникам. Да. Так, Сергій, власне, про фасади, але трохи з іншого боку. Я хочу поговорити з вами про мурали, які є у нашому місті. І почати хочу з такого більш загального питання. От якийсь час назад, не пам'ятаю, це плюс-мінус рік назад, здається, було, між владою, між міською владою та художником міста був підписаний відповідний меморандум стосовно того, де можна, де не можна. От що це був за документ і яка на сьогодні його доля? Документом это назвать там юридически официальным документом назвать сложно. Меморандум він так і є. Да, меморандум это есть. В этом была необходимость. Было вообще в городе некое непонимание, что можно рисовать на стенах, на фасадах, а что нет. Оно и сейчас есть. Это нормальная ситуация, когда во всех городах, абсолютно во всех городах художники рисуют на стенах. И во всех городах это запрещено, это наказуемо. То есть, с этим не нужно бороться. Какие-то вещи могут оставаться на стенах вполне приличные. Какие-то вещи могут быть уместны в том или ином месте, как там, да, какие-то заборы или подпорные стенки. Здесь где-то они могут что-то даже и украсить. Но есть вещи, которые точно нельзя портить ничем. Каким бы красивым ни был мурал, это, к примеру, памятники архитектуры в центре города, какие-то значимые места, там, градообразующие фасады, которые действительно наш город, по ним узнается наш город. Да? Вот, к примеру, как на гражданпроекте, да, три таких больших пилона на большом здании, на них муралы, это вот такое. Не то, что сомнительно, это очень плохо. Там, как, к примеру, вот... А, до речи, вот я у нас на Солнечному, да, таким... Вот хотел как раз сказать, да, сняли с языка на Солнечном. Просто можно вспомнить, как это было. Были четыре желтых фасада, симметричных, ритмичных. И вдруг они пропали. То есть появились на них рисунки, они все разные, разных цветов, и эти четыре ритмичных фасада просто исчезли. А нет, до речі, хто можливо пам'ятає, я так ще пам'ятаю, хоча мені тоді з 16 років було. Вперше ці фасади, правда, не муралами, а рекламою однієї з політичних партій. Партії прикрасили в лапках напередодні президентських виборах 2004 року. Тобто вже була така ситуація майже 20 років тому. Так. Вот такие вещи нельзя делать. По сути, он и был задуман солнечный, как солнечный. Да, и четыре фасада, они были очень... Они были... Я пытаюсь не рассуждать, красиво это, некрасиво. Это есть, это наша среда, и она вот градообразующая. По ним, по фотографии этих фасадов узнается Днепр. Тут все, пропал. Каждый по себе рисунок может быть просто произведением искусства. Да? Но когда это в городской среде, нужно учитывать это все. И с муралами нужно быть очень осторожно. Они не должны испортить город. Вот тот момент, когда я сказал, сейчас еще раз скажу, маленькое искусство не должно загораживать большое. Город – это большое искусство. Архитекторы, понимая, как будет выглядеть тот или иное здание, какого оно цвета, какого оно этажности, где оно расположено, понимают больше, чем художник, который пришел и закрасил это все. Это очень скользкий путь. Сергію, стосовно історії такої свіжої, на вулиці Телевізійній у нас, фактично в центрі міста, біля проспекту Гагаріна, що там? Телецентр. Там телецентр. Так. Там є що такой, там з муралом? Там замечательний курденер такой, в котором стоїть телецентр.
Он не памятник архитектуры, но он очень аккуратный, кирпичный фасад, который, собственно, образует этот уютный райончик. Но на нем почему-то начали рисовать, на одном из фасадов начали рисовать, на одном фрагменте фасада рисовать рисунок. Почему-то посчитали, что так будет лучше. Это такая некая скрытая реклама, скажем так, но тем не менее... Еще ситуацию усугубляет то, что меня спросили перед этим, можно ли нарисовать, и я говорил, что нет, и это наказуемо, и инспекция по благоустройству придет и будет за это журить. Но через некоторое время он начал там появляться, инспекция по благоустройству вот недавно пришла, а ребята ее начали, видимо, смывать, отдирать, и сейчас они просто отодрали слой кирпича, то есть сейчас образовалось пятно. Ладно, пятно, они сняли слой кирпича, который теперь я не знаю, как себя будет вести через год, потому что это там попадание воды в порах, это может быть очень пагубно на фасад повлиять. Ну, то есть, грубо говоря, они убивают фасад таким образом. Mm-hmm. То есть это вместо того, чтобы, допустим, этот курденер привести в порядок, озеленить, упорядочить парковку, поставить лавочки, то есть превратить в уютное место для комфортного пребывания человека, они почему-то решили это просто украсить. И этот момент, ну вот так нельзя поступать. Угу. Более спрашивали. Ну какой-то такой. Сергій, от з ваших слів так випливає, ми трохи поговорили вже про мурали, що ви є їх противником. Чи вірно я вас розумів? Это может так показаться. Нет. Некоторые муралы мне нравятся. Они, конечно, в основном не у нас в городе, но иногда бывают очень уместные вещи. Иногда бывают действительно произведения искусства какие-то. Это замечательная штуковина, но вот именно эта уместность, она очень важна. А это субъективно или объективно? По большому счету, субъективно. Ну вот поэтому и возвращаясь к этому меморандуму, нельзя на значимых вещах на красной линии рисовать муралы по определению. То есть вообще нельзя. Если хотите какого-то искусства, то тогда есть для этого другие фасады, которые менее значимы, которые там торцевые стенки больших домов. То есть это все может быть. И вот там в меморандуме совершенно не сказано, каким он должен быть мурал. Это очень важно, потому что художник, я считаю, что сам должен решить, каким он хочет. Суб'єктивно, Сергій, буквально 30 секунд у нас лишається. От у нас кілька років тому відбувся такий мурал-фест. Чи повинні проходити в місті такі заходи? Да, такі вещи вполне можуть бути. Опять же, определяются места, где это может быть. И, пожалуйста, там может быть что угодно, ну, в рамках закона Украины. Что ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головним художником Дніпра Сергієм Білим. На все добре.